feeling good. And I'm feeling good. Не каждая игра становится классикой, но каждая становится старьем. И говоря о середине 90-х, в то время не было игры круче. Дети, у которых была Nintendo, собирались у нас, счастливых обладателей Sega Mega Drive, и часами играли только в эту игру. Она была по-настоящему взрослой и жестокой, динамичной, инновационной, веселой и угарной. Именно то, что нужно детям. Конечно же, вы поняли, о чем я. Welcome to Golden Axe 3. Культовая заключительная часть из серии игр Golden Axe, выпущенная для приставки Sega Mega Drive 25 июня 1993 года. А это что еще за херня? Системные требования! Windows XP или выше, процессор Intel Pentium с тактовой частотой 2 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти! Ладно, Википедия сосет. Golden Axe 3 — это двухмерный битэмап в фэнтезийном стиле. Ваша цель — добраться до замка, убить плохого парня с той самой золотой секирой и спасти принцессу или типа того. Игра нелинейная, на каждом уровне есть развилки, и вы сами выбираете свой путь до замка. Для того, чтобы увидеть все уровни, вам придется пройти игру несколько раз. Есть выбор из четырех персонажей. Парень с огромным мечом и черепом на плече. Да. Жирный варвар, которым никогда никто не играл. Черная пантера и женщина. Думаю, будет справедливо выбрать именно женщину, потому что в этой игре я сосу член. И на это есть две причины. Причина первая. Враги, блокирующие ваши атаки. Многие противники не пробиваются обычными ударами. Единственный способ убить их — атаковать в прыжке. Ну что ж, ладно, с этим я могу жить. Причина вторая. Вы не можете управлять прыжком по вертикали. Игра выполнена в изометрической проекции, так что вы можете ходить в двух измерениях, как и в большинстве битэмапов. Но прыгать вы можете только по прямой линии, так что вы постоянно промахиваетесь, ударяя в прыжки. Это жопа! Кстати, такая же беда с прыжками есть, скажем, в Street of Rage. Но в Separation Anixiety или Черепашках-мутантах-ниндзя вы можете прыгать куда угодно. Как же это удобно. Я знаю, в чем дело. Основное преимущество героев с суперспособностями перед обычными героями состоит в умении прыгать во всех направлениях. Так что это сделано для реализма. Потому что обычные герои — ебаные неудачники! Так что убить врагов, блокирующих ваши атаки, можно, подождав, пока они подойдут к вам со спины, и использовать круговой удар. Это напоминает тот день, когда я пришел в гости к женщине, которую трахал, но оказалось, что она также позвала своего парня, чтобы он отделал меня. Так я и лишился руки и ног. Нам было по 7 лет. Мораль? Никогда не доверяй ёбаной бабе! Здесь есть карлики, из которых можно выбить дерьмо, еду и банки с маной. После каждого уровня они крадут ваши пожитки, но вы надираете их жопы. Уморительно. Последний босс похож на жадного ребенка с золотой игрушкой. Он ничего не может, кроме как метать огонь. Но вы легко уворачиваетесь, убиваете его, спасаете принцессу. Игра пройдена, и вы, наконец, можете насладиться финальными заставками. Итак, Golden Axe 3 — это прекрасный образчик одного из самых классических жанров видеоигр — аркадного битэмапа. В ней есть драки на мечах, магия, огромные боссы, классическая приставочная сложность, нелинейность и самая крутая музыка. Это все, что было нужно ребенку 90-х. Так что если вы каким-то образом пропустили ее, попробуйте. И помните, не все в этом мире становится классикой, но воровство стало.